Дмитрий Монатик в гостях у Срэпского телевидения и его постоянный ведущий Тринко Бринчичич. Здравствуйте, дорогие теленаблюдашники! В эфире снова музыкально-децибельная программа «Улина Оральна Звезда» и ее ведушка Тринко Бринчичич, обладушки. Да, сегодня до нас в студию приблудился знатный всеукраинский ногодрыг и гландозвон Дмитрий Монатик, обладушки. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Кидайте чресла на стульчак. Хороший стульчак. Моего пошива. Да. Я тебе краще рокернемся, бо невдобняк получается. О! Немощно то допомогло. Ну то ладно, запродолжим. Дмитрий, давайте с вами шишечку побалаболим. А я напомню наблюдашникам, что у нас в студии славноизвестный украинский псняр, человек, за которого всегда спокойна мамка, потому что он в шапке, Дмитрий Монатик. Тож, перша вопрошалка така, котра мощно кочемарит в нас в Сербии. Чому у вас така странновита називалка Монатик? Я просто чому вопрошаю, просто в нас в Сербии Монатик – то название дитячей хвори. Но ничего не пришлось выдумывать, фамилия такая. Фамилия, то добре. Наступного прошалка. Чому ви на постой в нахлобучке? Вас подмерзает колчедан? Чи може ви ховаєте лисоватий островок на темечке? Распространенный слух, на самом деле, просто собираю. Люблю беречь мысли в тепле. Супер. Добре. Обладушки, Дмитрий Монатик. Дмитрий, как всем известно, вы горлодралили в шоу «Хэ-фактор». Правильно? «Х-фактор». Не надо чесать, я смотрел то шоу, я правильно балаболю «Хэ-фактор». «Хэ-фактор». «Хэ-фактор», да. Тож, зараз вы сам уже є тренер программушки «Вой млекососы». «Голос дети», по-вашему, да. До слова уникумный конфуз, что тренер одним взрослым с участничками. Да. А некоторые участники выше, да. Так, то не оставались какие-нибудь хохмачковые закидоны? Раскопорьте нам потайничку. Может, вы не отодрали седалище на оралке очередного спиногриза? Та он опосле программулины подстерег вас за углом со своими друзьяками-пятиклашками. Все нормально. У нас мы с детьми очень хорошо находили общий язык на одном уровне. Ну, то зрозуміло все і справді. Все хорошо. Я теж ребенок в душе, поэтому нам очень комфортно. Супер, не только в душе, но и с виду, да. Вибачте, так. Очень довго бороду отращує. Да. Побалаболим про ваші хіти. Ваша найзнаменіта оралка «Вокруг тебя весь мир кружит». А? То така вопрошалка, як ви її замандючили? А по-вашому накалякали? То, може, ваша жінка просто не смекнула, что вы не сняли одежонку, и вместе вас с вашей одежонкой запихнула в постиральную центрифугу, и вы вокруг тебя весь мир кружит. Может быть, так? Ну нет, не совсем так. Но да, это песня, которая посвящается женщинам, которые кружат нам, мужчинам, голову. А давайте поаплодируем женщинам. Рукошлепки по клешне хлопами поработал. Мы не стопимся балаболить и колобродить. У меня есть для вас замануха, заштрекать вас, поиграть со мной в поигралку на постоянную рубрику «Горлай на сербском». Я на сербском буду выгукивать название ваших псней, вы будете вдуплять что-то за псня. Добре? Давайте, попробуем. Тож, причудово покочемали. Перша псня. «Влажношкуру штричинушку колбасит, влажношкуру штричинушку сушит». Мокрая девочка танцует. Мокрая девочка сохнет. Да, обладушки. Наступная псня. Микрокайфы стрчли. Воображалка стрчит. Я жебжи чую не шмалит, бо залупоглазлю.
Эндорфины пошли, фантазия пошли. Там еще приспевушка есть. Вертолетит качан до припадка, качан ай до припадка. На Сербии ее так поют, да. Запродолжим что-то. Запсняк, которая начинается с такой строчки. Мы храпачка раздавим в разных краях. Мы засыпаем с тобой в разных мирах. Да, опладушки, пока все четко. Да. Наступная псня. Промеж нами жидкий лед, ни штыря нас никто не спальнет. Но это немного других артистов репертуара, если я правильно узнал. Жаль, я просто мощно кипяточу от сей псни. От вашей тоже кипяточу, просто струя не такая мощная. Да. И на зараз нас рекламованный перекурчик. Головным бабласуем нашей программушки есть интернетованный сайтец для познакомств «Купидец». Шманаешь свою половинку? Присунь свой профиль в «Купидец». «Купидец» — шмальни в сердечко разведенке. Только интернетованный сайтец для познакомств «Купидец» допоможет от одиночной печальки та ладошковой крепатурки. Дмитрий, у меня есть для вас такая попрошалка. Генеральный бабласуй попросил, чтобы вы наступную рекламушку зачитали. Осё. Заброженный коровий сок, подрастишка, хлебани подрасти. Доброе. Деньги мне, подрастишка вам. Да. По главной поболаболим про ваши мечтованные хотелки. Вы не лупоглазя на такой млекососный возраст, уже есть состоявшийся горлодрал. То о чем еще слюноточить такой всеславно известный псняр, как вы? Чи може вы кумекали за политиканство, как ваши эстрадные коллеги горлодралы? Не чешется монатику заполучить мандатик? Спасибо, во-первых, за положительные слова, мой адрес. Но про политиканство, в принципе, мыслей не было никогда. Супер, це добре, рукошлепки. Может, вы кумекали про кино, может, хотели за табло светить в пленкокрутильном кинодоме? З ваш бы вышел некислый шерстяногий хоббитец с властелина пальцы дырки. Было бы легко подбирать великанов. До нас просто дошли служки в Сербии, что вы все еще переозвучили мультик, который украинскую звучит «Спивай». Да? Вот это вот просто потрясающий опыт. Кого вы озвучивали? Харизматичного барана Эдди. Так, то добре. Як же вы вживались в ту роль кучерявого рогоносца? То може вы бродили средь баранов? Может, щипали травку, лупозырили на ворота. Может быть, как оточили катышками. Вот, нет? Было все гораздо проще. Во-первых, он такой очень, странно будет звучать, но очень человечный баран оказался. Вот. И мы нашли общий язык буквально, потому что я Овен, он баран. И, в принципе, ну, было... Я тоже. Легко. Овен, то добре. Дамы и господа, у нас в гостях был Дмитрий Монатик. Мы мощно кипяточим и как оточим от его пцней.